Основной темой повестки дня на совещании руководителей муниципалитета Хасавюрта стало обсуждение работы реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья. Директор центра Загра Гасанова выступила с докладом о проводимых работах. Наши дети посещали бесплатно все городские детские мероприятия, которые были организованы и проходили в городе при содействии администрации города Хасавюрта. В центре были организованы благотворительные акции. К нам приходят школы с такими акциями. В числе таких школ это гимназия номер 2, гимназия имени Горького, СУШ номер 2, СУШ номер 17, СУШ номер 5, СУШ номер 16, студенты Союзного педагогического колледжа, совместного благотворительного фонда «Чистое сердце». Также центр нашей ежегодной благотворительной акции. Читаем вместе организованные сотрудниками городской библиотеки именно Расула Гамзатова, приуроченная юбилею Чайковского. Они у нас ежегодно проводят и очень дети любят эти мероприятия, которые организует городская библиотека. Депутат городского собрания Ахмед Курбанов высоко оценил уровень работы квалифицированных специалистов центра и пожелал всему коллективу удачи и успехов в трудовой деятельности. Это очень сплоченный коллектив, который столько времени руководит Заграна Гамзатова. В этом маленьком помещении они делали все возможное и невозможное для того, чтобы оказать помощь этим детям с различными возможностями. Там и ходить их учат, и массажерные, и всякие процедуры, электропроцедуры. И коллектив очень хороший, в течение 15 лет ни одной жалобы в комиссию по здравоохранению и социальным вопросам городского собрания и в администрацию, я думаю, не поступало ни одной жалобы в течение 15 лет, как я знаю. Почему? Потому что там работают специалисты. Вам хочу, Зара Магомедовна, пожелать удачи вашему коллективу, успехов в работе. Первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, курирующий работу центра, подчеркнул его значимость. Ведь благодаря коллективу подопечные учреждения могут получить не только квалифицированную помощь, но и развить свои способности. Это огромная работа. Отдать должное надо и коллективу, Нагры Магомедовны, мы о них тоже говорили. Огромная работа проводится. Действительно, хочу поблагодарить всех, которые имеют отношение к этому центру. И здесь я кое-что опущу, здесь много последующих части сказано. Ну, непосредственно принять к сведению доклад директора Центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями в муниципальном образовании города Хасавюрт Гасанова Загры Магомедовны о деятельности реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями за 2017 год и ждать их работы удовлетворительной. По итогам совещания проделанная работа центра за отчетный период присутствующими была признана удовлетворительной. По всем затронутым вопросам были выданы соответствующие поручения и рекомендации. Курбан Гериханов, Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».